Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня мы начинаем проходить игру Sleeping Dogs. Это такой восточно-колоритный клон GTA, который, в принципе, довольно долго я ждал. В последнее время я про него подзабыл, но, тем не менее, игрушка, на мой взгляд, должна получиться достаточно интересная. И мне захотелось сделать прохождение ее для канала, потому что это должно быть очень фаново. Именно игры с открытым миром дают нам самый интересный летсплей, на мой взгляд, потому что тут есть простор для творчества. Тебе задают начальную точку, задают конечную точку, и что ты будешь делать между ними, зависит чисто от тебя. И вот именно вот в таком нерельсовом мире можно уже там и побалагурить, и поиграть. Ну, кроме того, игра обещает нам проработанный серьезный мир, хорошую графику, интересный сюжет. Причем, судя по всему, без петросянства, типа того, что есть в мире GTA. Так что посмотрим, прохождение будет довольно-таки объемным, я думаю. Но займемся, пока есть время. Захотелось мне что-то экшона. Так, и тут у нас пошла катсцена. Но, пожалуй, мы ее пропустим и начнем, собственно, игру. Сегодня у нас в честь, собственно, запуска этого прохождения будет две серии. А так, в основном, будет как стандартно. То есть по полчаса в день, полчаса 40 минут, где-то в этих пределах. Что хорошо, еще игра, во-первых, на русском, хотя я совершенно не ожидал этого, когда я покупал в Стиме. Ну, то есть, субтитры. Во-вторых, вообще практически не тормозит. He's early. I'm not fucking blind. Relax, old boy. We're on the same side, remember? Do you get you know? Hey, you more for? Yeah, you got the money? Hey, Tim Fong, you're here. What? You got Mata Wing Wei. He's your homie, son. Oh. Find him, catch him. Look, I can get you 3-4 keys a week if you want. Daddy. What? My shit's not good enough for you? Hey, don't pass a mess, yeah? Me, I'll be like, what? Things out. Are you? Calm, calm, my friend. Are you crazy? No, don't. Maybe we can sort something out, huh? Hey, Hong Kong. This is Jim Lobingo. So, I'll get more people to let her. Did you call? Да что творит этот отморозок? О! Don't do it, man. Don't do it. Да, действие происходит в Гонконге. Что придает колорита происходящему. А, так, надо маленько освоить с управлением. График, кстати, очень хороший. Ну, опять же, не Crysis 2, но... Ох, а тут уже за нами погоня. Отлично. Ну, держись, братюха. Я недавно смотрел на эту игру на консолях, вот именно начало. Там, конечно, графика ощутимо проигрывает, именно в плане частиц, освещения. Но все равно выглядит достаточно пристойно. Опс. Не уйдешь! Ай, стоять! О-хо-хо, хорошо! Паркур! Ох, офигеть! Не, ну это, конечно, круто. Тут какая-то туса происходит. Так, ладно, нашего взяли. Ребята, извините, я просто прохожу мимо. Я
детализация из хорошая, да? Ну чё, неплохо. Это было драйвово. В ролях еще. Субтитры были бы покрупнее, еще было бы вообще отлично. You know, 15 years to do that. You know, we're not kids anymore. Whatever, man. Ask anyone. Jackie Ma still looks good. Jackie Ma is still the same old. But good to see you. So what the fuck? They finally deport your ass from the United States? No, it was mutual. Time I came home anyway. Yeah, lock up. Home sweet home. So what'd they get you on? Nothing that'll stick. Ha. Well, don't let them pin any extra shit on you. Fuckers will try, let me tell you. Once they hear you're from Old Prosperity, happens all the time. Hey, so you still in touch with any of the guys from there? A few, you know. People kind of go their separate ways, but... You remember Winston? He's moved all the way up to Redpole in the Sun On Yi. I've got a couple of things going with him right now, matter of fact. Huh. Redpole in the Sun On Yi. Shit, Dog Eyes always said he'd be running that neighborhood. Oh, Dog Eyes is a Redpole too. And still a total poke guy. He was the one who got Winston in. They were pretty tight back then, but now... Hey, wasn't Dog Eyes hanging with your sister? Yeah, it was a long time ago. Hey, remember when we were kids and you stabbed Dog Eyes with a pen? You totally saved my ass that day. Oh, man, I gotta tell Winston that story. He'll fucking love it. Man, Wei fucking Shen in the flesh. I can't believe it. Встретил другана, короче говоря, после долгой разлуки. Hey, Jackie. So look, if you and Winston ever need help with any of that shit you got going on with him. Of course, man. Look me up when you get out. It'll just be like old times. Такие дела. Наш герой, похоже, только с парома, со Штатов. Надо сказать, брутальный такой китаец. Seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. Так ты cool. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I've done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the Triads here. The Sun On Yi is the most powerful gang. Look, Raymond. Your name's Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Poles. The lieutenants, like Winston, all of them. And most of all, the Dragonhead. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him. Это может быть интересно. Мне всегда было интересно, как устроены китайские триады. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Oh, and Wei. Good luck out there. Наш герой, коп под прикрытием. Are you sure about him? He'll be under extreme stress maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes, and an astonishing number of convictions. He obviously blames the Trias for what happened to his family. It could turn into a vendetta. О, Raymond, темное прошлое. Wei Shen. Is perfect for this job. Ну что ж, посмотрим, насколько идеально он подходит, наш герой. Что-то темное прошлое у него, судя по всему, с семьей произошло. Wei Shen? Man, this is gonna be great. Yeah,
Thanks again, Jackie. I appreciate the intro. No problem, man. By the way, you know I tried looking you up a few years back, but I couldn't find shit. Do they have internet in America? I think they're getting it next year. Ну да. I guess you were in prison or something. Come on, let's get out of here. Так, ну и что? Первый геймплей. Yeah. Игра тяжелой творческой судьбы. То есть, по идее, это True Crime, третья часть. После True Crime LA, True Crime New York, она должна была выйти под крылом Activision, но те игру закрыли после долгого-долгого периода разработки. Их трудно понять. If they're both Red Poles, shouldn't they be on the same side? Should be. Tall Guys always was an asshole. Turns out, he's a greedy asshole, too. One thing. When we get to Winston's, let me do the introductions. They're really distrustful of new faces right now. It's wild paranoia. Sun On Yi had a rat. From what I hear, they didn't let him have a quick death. Made it real slow and painful. Китаец. Короче говоря, благодаря счастливому стечению обстоятельств, я вообще не понимал просто, как можно закрывать такую многообещающую игру. В Square Enix, похоже, думали так же и приобрели права на эту игру после того, как Activision закрыла, собственно, разработку. Чему я несказанно рад. Hey, Jumei, how are you, baby? Jackie, you know my parents don't want you to talk to me. Your parents don't even know me. Once we get to know each other, they'll love me. Первые торпеды. Ну, человек, у него морда распорота. Get off him, I don't care who you are. Let go, Jackie. I'm gonna fuck you up. Отмудохую. Ну, давайте отмудохую. Управление-то, по-моему, точно такое же, как в этом. Бэтмен. Они, очевидно, так вдохновлялись именно этой игрой, то есть Архим Асайлум. Так, тихо. Сейчас, секунду, ребята, я освоюсь. Раз, два, готово. Ну да, боевка именно. Ощущается именно так же. Можно в стороны раздавать. О, хорошо как. Хорошо. Отлично. Вам не хватило, что ли? Да ёлки, сколько вас. Come the fuck on! Ну давай. Вам почта. Так, нажмите. Хорошо. Хорошо. Так. Да подожди. Нати еще раз. Иди сюда, дорогой. И тебя-то даже приложим. Так, ладно. Этого просто перегнули. Управление, конечно, не такое плавное, как в том же Бэтмене, но очень похоже. Так, один, похоже, ушел окончательно. Ну-ка. Но при этом дарит свои такие позитивные эмоции. Блин, закинуть не получается, кстати. Ну-ка. Давай, давай, говно. О, хорошо вошло. Качественно. Вставай. Да это вообще просто. Да подожди ты. Вставай, вставай, дорогой. О, жесть, ты что делаешь?
Какой-то ты отмороженный парняга. Ну, боевка зачетнейшая, конечно. I look nasty. You okay? Yeah, I'm okay. Bunch of fucking assholes. So, everything's cool? Well, you're welcome anyway. Come on, Jackie. Let's go see Winston. Here we are. Winston's mom owns the restaurant. Да, как я и говорил, вот именно то, что действие происходит в Гонконге. Накладывает отпечаток. Давно такого не было. Where the fuck do you think you're going? Relax, man. This is Wei. Wei Shen. I told you about him, remember? Fuck. We can't keep track of your bullshit friends, Jackie. No outsider. He's not an outsider. He's from Old Prosperity. Like us. Ho Chi all day, Jama. Wei's old school, you know? I grew up with the guy. Old Prosperity, huh? Why am I remembering you? I've been on vacation. Jackie said you were looking for people. Oh, Jackie, yeah? No. You should have seen it, Winston. Wade just beat up like 10 of Dog Eyes guys in the market by himself. Hi, man. They attacked us. Seems to me you could use some better help. Winston, I don't like this cocky little fucker. Wait a minute. Dong Yatsung, I do remember you. You had a sister, right, Hamaya? Yeah, Mimi. Mimi Shen. I remember her. Hung out with Dog Eyes. No offense. Dan I sucked to Bauga. Where's she now? She's dead. Ah. Sorry. Oh, you see her. So, 10 guys, huh? You fearless? Or just crazy? Try capable. We'll see. Conroy, you know that problem we got in the market? Why don't you take Wei with you? Напарничек. Hang back a second. I want to hear more about your friend. Короче, начинаем с самых низов, похоже. Сейчас будем рэкетирством заниматься и всем тому подобным. All right. You want to be a tough guy? Но поначалу надо будет мозги вправить одному барану. Dude, see what he's got. Great. That's all I fucking need. Перехваты есть какие-нибудь, нет? Чтобы боевка была вообще копией Бэтмена. So you're the tough guy that's everyone's... Подожди. А, вот, вот так. Hey, like понятно, да, как раз это и есть контрудары. Давай. Ну, нормально. Короче, тут еще от таймингов, похоже, зависит. Когда именно в нужный момент нажимаешь, он наносит мощный удар. Да подожди ты. Ох, хорошо вошло. Так, а кто это там так и приехали? Народ посмотреть. Так, ладно. Понятно. Я не совсем понял, как эти перехваты работают. Вроде нажимаешь вайпа нужно. Ох, морды раскровили. And it was just getting interesting too. Winston, my old friend. So good to see you. How's your family, huh? What do you want, Dog Eyes? Oh, Winston, wait. Brother, I just came to talk to you, man. For old time's sake, let's work something out here, okay? We can share the night market, huh? We're both Song Ong Yi, both grown men. We shouldn't be fighting like children. Hey, who's the new blood? It's Wei. You remember Mimi Shen? Back when you first started getting girls with Big Smiley. Oh, Mimi. Oh, yeah.
first girl ever sucked my cock. Yeah, so what? Ways of brother. And I was the first guy who ever stabbed you. You remember me now? Whoa, Way, what the fuck, man? Seriously, Way? I apologize. I'm really sorry. Your sister blew me. The night market is mine, dog eyes. You got Siwa in the warehouse. That was the deal. So stay the fuck out. Hey, tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful. He hasn't changed. Yeah, he is. Добрый, Грег. Добрый. Used to be my friend. Jackie, you two go to the night market. You make sure people understand that I'm in control, not Dog Eyes. Got it? Got it, boss. Momentai. And you fuck up anybody who tries to get in your way. I want to send a fucking message. Нормально. Ну, пойдем посмотрим. Это мы познакомились, короче говоря, с конкурентами. О, тут... Карнавал идет. Так, ну что, пойдем потрясем местных барыг, да? А ты что, снимаешь, что ли? Вот это неплохо сделано. Именно Гонконг вот оно и доставляет. Будь это где-нибудь в очередном американском городке, конечно, уже... Как говорится, на зубах завязло. Так, хватит пить тут, пацанчик. Удар дракона. My mother thought maybe a new city, new country. The hooks went deep. Once you start on that shit, it's hard to stop. Лапша. Давайте покушаем. Все покушали, пошли. Да, ну прикольно все сделано, рыночек такой. Эй, ты чё руки-то распустил? Оптик. Пиратские диски. Чё у тебя там есть? Эй, little brother, we work for Winston. I understand. How can I help? Winston runs this place, and if you don't want trouble, you pay him. Period. Of course, no problem. Нормалды. You need anything? Just come ask. А что у тебя есть? Могу я как-то посмотреть? Ну пока, похоже, не могу, возможно, в будущем. No, this is gonna piss Dog Eyes off. At some point Winston and Dog Eyes are gonna clash, man. It's gonna be epic. Winston versus Dog Eyes. Just like the movies, man. Капец, тут чего только нет. Графика такая довольно неплохая и, в принципе, не сказать, что особо технологичная. А еще, конечно, на компьютере... Че у меня рожь-то разбитая такая? Конечно же. А, можно мне как-то жизни вот этой едой, наверное, прибавить. Ну-ка, ты что продаешь? Креветки, что ли? Так. Вот сюда. Мороженое, да? Мороженое, по идее. Короче говоря, еще на компьютере устанавливаются пак HD текстур, текстурки становятся получше. Ну, в принципе, и так, графика, вот именно целостность картинки, очень так неплохо все сделано. Освещение, стиль, дизайн. Давай поговорим. Часы. Нормалек. Так, иди сюда, дорогой. Позвони домой. Так, похоже, понял, да? Продавец часов. Сплошь роликсы, небось. Псиный глаз.
вертел это его псиного глаза. Все, валим отсюда. А что это они делают такое? He'll be fine. He'll just have to drink through a straw for a while. Чиз соломинка. Ну да, уработал нехило так. Футболки, сплошь абибасы, небось. Так, а тут у нас что такое продается? Торговец с продуктами. Что сказал? Work for Winston. We need to discuss business. Winston? I don't have any business with Winston. Ну, опять 25. Everyone has business with Winston. You're gonna pay up, you understand? Go tell Winston to stick a back toy up your ass. Hey, fellas! О, сколько тут пацанов-то. Ой, своему перепало. Так, иди сюда. Мы пристроим тебя вот сюда работать. Нормально. Так, это сдулся его, там закрутило все. Так. Иди сюда, родной. Тут твоя коробка. Нужно научиться нормально перехватывать. Так, что, хватило твоим парням, нет? So did you have a message for Winston? He's obviously better than Dog Eyes. Please give him this payment from me. Так бы сразу. Блин, ну офигенно. И главный герой похож чем-то на Донни Йена. Ну чё, инфа-то маленькая. Прям такие фильмы с Джоном Ву. Все дела. Красота. Так, самостоятельное здоровье не восстанавливается, нужно есть пищу. О, рыба, ясь. Да сейчас подожди, мне покушать нужно. Ну ладно, там что-то зовет. О, прям лихие 90-е. Ну давай попробуем. Хорошо вошло. Да, боевка определенно зачет. Ай, блин. Что ж ты со спины ты нападаешь, крыса? Ох, жесть. Так, заблокирую это. Нормально, прилег. Хорошо тебе. Прикольно, что морда вся в кровоподтеках становится. Чем больше получаешь. Че, братин, ты нормально, нет? Why was he beating you? He was demanding 20 times the normal payment. Maybe he has a drug habit or something. For a small fee, Winston will make sure you don't have trouble with gangsters. That sounds very reasonable. Ну ладно, нормально. Покушать есть что, брат? 500, хорошо. Дай покушать. Ладно, пойдем. Пока что у нас похоже туториал идет. Достаточно очевидный, но тем не менее. Боевка, ну просто очень круто сделана. Конечно, покорявее заметно, чем в том же Бэтмене, хотя полностью оттуда скопировано. Но при этом... Что там за удар дракона? Урон в ближнем бою? Не-не-не, не надо. И так неплохо. Так, ну что, посмотрим, как тут... Тело. Майка. Ох, да весь зататуированный тоже. Elegant, but not too flashy. Ну, допустим, водолазка. Let me ring that up for you. Да так нормально пацанчик одет, чё уж больно-то. На ноги. Fits you perfectly. Очень мешковатый джинс. Перевели тоже. I got clothes.
Поддельные тряпичные киллы. Хорошо. Давай возьмем. Ладно, допустим. Одежда по умолчанию, на мой взгляд, лучше была. Ну ладно, потом приоденемся. Просто на самом деле в куртке ходить, где все в майках, это... Патагонка какая-то. Есть что поесть? Не нравится он мне. Nothing to be impressed about. I'm watching you, new guy. You fuck up. What? We're gonna throw down? What kind of grade school shit is this, huh? I work my ass off all day, so fuck off and grow up. Jackie, you're coming with me. We got something to take care of. And you! Don't fuck with me. Вы тоже такой вежливый. Ну ладно. Похоже, наступает пора фриплея. Сейчас нам дадут маленько разобраться. Отлично. Очки полиции, очки триад дают вам опыт, помогая набирать уровни. Повышайте свой уровень, чтобы открывать новые улучшения. Понятно. Так, ну и давай, сделайте одолжение продавцу. Давайте. Что ты хочешь, киса? Probably, yeah. What is it? Mrs. Chu sent over some lunch, but I haven't paid yet. Can you take this back to the restaurant? All right. You might want to hurry. I heard Dog Guys are sending reinforcements. We should probably be gone before they get here. Понятно. Так, видимо, нужно по-быстрому, да? Опс. Блин, Гонконг сделан просто отлично, а мы еще даже не добрались до транспортной модели. То есть здесь, говорят, очень хорошая физика именно вождения. Не знаю, посмотрим. Так, о, и тут у нас... Блин, у меня жизни-то почти нет. Ну, давай. На! На! Боевка, конечно. Хорошо. Пошло. И даже сказал бы, ей легко обучиться. Да, получи, ну. Иди позвони домой. Слабак. Это что у нас за рейдж мод? Так, ребята, а чего вас так много-то? У меня жизни мало. Ох, два сразу вошло. Ой, тихо. Да, жесть. Он их просто урабатывает. Как кегли разлетаются. О, хорошо. Давай, давай мы музыку с тобой послушаем, дорогой. О. Ну ладно, допустим. Золотая рыбка. Посылочка вам. Держи. Очки авторитета. Уважуха, по-нашему. Так, ну что, встретитесь с Уинстоном на кухне. Это у нас все, пока что идет еще первая миссия. Ну ладно. Hey, you! Are you shitting me? So what'd you do? Nothing, nothing. Say mutamole. I came straight to you. Didn't want to start anything major, but without you knowing, you know? So get this. A couple years ago, this guy Ming came to me and asked me to look out for him while he did business. Special K mostly, but other stuff too. I thought, why not? Take a nice little cut for my boys, no problem. But this week, I sent Jackie here to pick up the envelope, and he tells my boy to fuck off.
Apparently, he's friends with Dog Eyes now, so we can all go fuck ourselves. You want me to make an example out of Dog Eyes? That home Garton is gonna get what's coming in. Right now, I need someone to take care of me. Понятно. Задание поначалу примитивное. Пойди туда, побей того. Так, ну и что, давайте-ка мы... Конечно, повариха такая. Давайте на этом первую серию, наверное, закончим. Самое страшное, чего я боялся... Я собирался эту игру проходить, то есть для канала, но вот именно у меня были опасения насчет перевода. Но перевод именно что есть, во-первых, неожиданный, и во-вторых, он очень хороший. Не голосовой, конечно, но тем не менее. Я думаю, это будет достаточно интересное прохождение, достаточно веселое. Мне вот в последнее время захотелось экшона, я думаю, многим зрителям. Надеюсь, вам понравилось. Комментируйте, оставляйте лайки, пишите, что вы вообще думаете по этому поводу. Увидимся в следующей серии, которая тоже будет сегодня. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.